Всем привет! Меня зовут Виолетта Маслерчук, и я сексолог. Отвечаю на самый, наверное, распространенный вопрос, нормально ли хотеть секса в разном количестве, и почему кто-то хочет постоянно и каждый день, а кому-то достаточно один раз в неделю. Друзья, даже если вы хотите через каждый час или вы хотите один раз в неделю, и то, и другое приемлемо и нормально. Дело в том, что у нас в организме по-разному вырабатываются гормоны. Поэтому пары образуются именно тогда, когда и мужчина, и женщина хотят секса в одном и том же количестве. Можно ли управлять оргазмом и сексом? Да, можно. Для этого у нас есть акселератор и тормоз. Тормоз, понятное дело, будет вас останавливать в том, что вы сейчас, в данный момент, желаете возбудиться и получить оргазм. А акселератор – это примерно как сцепление, на котором мы можем надавить и переключить скорость, сделать так, чтобы быстрее получить оргазм, замедлить его и так далее. Главное, помните, какие бы вопросы у вас ни возникали по поводу секса, самое главное, что вы нормальные.